Пункт отбора на военную службу по контракту в окружной столице не пустеет даже в выходные и праздничные дни. И все чаще будущие военнослужащие приходят туда целыми компаниями, по нескольку человек. На то, чтобы заполнить документы, пройти медосмотр и подписать договор, хватает буквально одного дня. Все это можно сделать в одном месте. Подробности далее. 1000 километров из Верхней Пышмы Свердловской области в Ханты-Мансийск. Такое расстояние проделал Алексей специально, чтобы заключить контракт именно здесь, в главном пункте отбора Югры. Ему и его товарищам хватило всего одного дня, чтобы оформить все документы и пройти медкомиссию. Встретили, поместили в гостинице, как положено, питание, жилье. Контракт заключили быстро, все вежливо происходило. Ну, очень понравилось. За день, получается, все прошел, всю комиссию, то есть в больницу съездил. Там все быстренько прошел. И здесь как бы нормально все состояли, помогли. Эта отправка особенная. Впервые из главного пункта отбора Югры новобранцы отправляются в один из важнейших праздников страны – 9 мая. Обстановка соответствующая. Оркестр, марш прощания славянки, строевой шаг. Настроение приподнятое. Перед отправкой солдаты вспоминают дом, свои семьи, тех, чей покой им предстоит защищать на переднем крае нашего государства. Кто дома остался, кто ждет? Жена, двое детей, мать, отец. Как они отнеслись? Ну, нормально отнеслись, а куда деваться? Если никто не пойдет, а как еще дальше? Ну, надо родину защищать, во-первых. И у меня друзья тоже там на передовой. Поэтому решил заключить контракт. Дома девушка, двое детей, мама, то есть друзья, также все. Как отнеслись? Ну, сначала как бы переживали, не отпускали там туда-сюда. Но потом как бы смирились. Если не мы, то кто пойдет еще? Своей совершенно трогательной историей с нами поделился боец с позывным «Балбес». Мужчину мобилизовали с началом СВО из Башкирии. Побыл на передовой недолго, вскоре отца четырех детей вернули домой. Трагические события, произошедшие в нашей стране, не оставили бойца равнодушным. И он принял решение вернуться на фронт, заключив контракт. Когда крок с холл сделали вот это, взорвали, а вот это, расстреляли все. Из-за этого я пошел, из-за этого только. У меня четверо детей, понимаете? Жена, ну, плакала, говорит, ну, иди, иди, говорит, я сам сейчас расплачу. Иди, ну, ладно, если пойдешь, говорит, ну, иди, она сама плачет. У нее аж от нее мои глаза этот... Она мне отнеслась этот, ну, хорошо, говорит, иди защищай, говорит, свою страну. Каждый заключивший контракт в Югре получает с собой индивидуальный рюкзак со всем необходимым для успешного выполнения боевых задач. Внутри более 30 наименований. Это два комплекта термобелья, зимнее и летнее, несколько пар носков, шапка, перчатки, флисовая кофта, спальный мешок, коврик для сидения, трос, кошка, фонарик, набор батареек и зарядка к ним, тактические очки, фляжка, сухое горючее, турникет, телефон и пауэрбанк. Все собрано с учетом пожеланий самих военнослужащих.